Стоит ветру подуть в сторону домов, как жители улицы Мира начинают задыхаться. Трупный запах преследует их в течение всего лета. Всему виной загадочно появляющиеся на этом месте бараньи и коровьи головы. Словно из ниоткуда, но известно куда. Жутко представить. Головы, хвосты и шкуры – здесь зрелище уже привычное. Некогда обычные мусорные баки стали последним пристанищем животных. Местные жители пытаются найти того, кто без стыда и совести регулярно вывозит сюда останки коров и баранов. Сегодня утром были, племянница шла на учебу. Да, я ходила, тут вот прямо там вот валялась голова. Она была обглоданная, там такие рога, она была размера на собаку, вот серьезная эта голова. К приезду нашей съемочной группы останки исчезли так же неожиданно, как и появились, но не бесследно. Кости, остатки шерсти, а вместе с этим мухи и запах гнилого мяса подтверждают. Жалобы жителей района абсолютно объективны. Вот там я проходила, я оттуда хожу, там целый бык валялся. Где? Возле магазина. Вот так повернете. И магазин. Целый бык валялся. Целый бык. Более того, рядом с местом, где постоянно разлагаются останки, находится колонка с водой. Там большинство жителей района привыкло брать воду. Заложники неприятных обстоятельств уже обращались за помощью во всевозможные инстанции. Но там лишь разводят руками. И дать ответа на вопрос, кто поможет избавиться от этого ужаса, попросту не могут. Остается лишь гадать, кто это делает и когда все это кончится. Либо торгуют мясом, либо шашлык делают. Потому что 10 голов, как их съесть? 10 коров, они же здоровы. Ни кафе, ни магазинов, где торгуют мясом, в округе нет. Но есть надежда найти виновных. На здании напротив злополучных мусорных баков установлена камера наружного наблюдения. И по словам жителей района, местный участковый обещал в ближайшее время разобраться с этой нестандартной проблемой. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.